Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем легендарочки и вскрываем недельные сундуки в надежде на получение чего-то классненького при вскрытии легендарного предмета для жреца, палеступни, которые, конечно же, не нужны. Идем дальше, чернокнижник по списку выпавших легендарных предметов. Может быть, на чернокнижника упадет что-то достойное, что смотивирует меня заняться им. Может быть и нет. Сефус или Придас. А нет, это ноги на демонические врата. Бескадешные. Классненько. Ну или что-то типа такого. Я даже не хочу заморачиваться насчет того, как они работают. Это не особо интересно для меня. Ну а теперь топовое вскрытие сундуков. Начну с ДК. Далее воин, паладин и друид уже напоследок. Сходив в ДК в Анторус, убив Аргуса в нормале, мне не упал Амантул на этом КД. Да и черт с ним. Ну что, специализация лед. Вскрываем сундучок и получаем кольцо 960-го эквипа, которое, конечно же, не нужно. Увы. Которое просто-напросто удалится, да и все. Хотя я оставлю его и посмотрим, что может из него можно выудить что-то. Идем на Вара. И сейчас воину упадет что-то классное, конечно же. Панцирь Неруба, вторая ледопасть, что-нибудь типа такого. Так, плечи 970-е. Зачем они мне? Непонятно. Окей. К тому же скритон для воина. Такое себе. Что, осталось всего двое? Паладин и друид. А нет, еще и шаман. Как же можно забыть-то про шамана? Понятно. Что, кошка? Иди сюда. Сиди тут. Опа. Иди почешу, иди поглажу, иди почешу, иди поглажу. Иди почешу, иди поглажу, иди почешу, иди поглажу. 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 Вскрываем сундук. И получаем 960-ю реликвию, которая вообще ни к чему не нужна. А, ну да, и остался шаман. Как же можно забыть-то про него? Сейчас им еще в Даларан портаться. Ой, сколько дел-то. Надеюсь, быстренько прогрузит.
Классная, конечно, стартовая иконка у оплота шаманов. С горящим огненным шаром. Что это? Это пояс. Окей. Почему бы и нет? Вот и все, вот и недельное скрытие сундуков закончено. Всех вам благ, счастья там, здоровья, чтоб легендарчики падали. А, не забывайте про гильдию, самую лучшую. Берегите ноги. Вот. Не забывайте беречь ноги. И всех вам благ, счастья, здоровья, не болей. До скорого.